Лондоне олимпийским чемпионом стал шпажист Рубен Лемарда. Он же всеобщим голосованием и выбран знаменосцем. Вьетнамцы так много воевали, что еще пару поколений назад им было не до спорта и против мирных забав. Возможно, потому и не добился Вьетнам серьезных спортивных успехов. В Олимпиадах участвовал с 1952 года. Пока в активе только два серебра.